Всем привет, ребят! С вами Дина Рай. И сегодня, как я и обещала, новый выпуск моей новой рубрики «Дачная жизнь» с моей сестрой. Куда же без меня? Да. Вам очень понравилось, как мы с ней тоже на даче троллили Яндекс Алису, и поэтому мы решили еще потроллить Google Ассистента сегодня. Да? Почему бы, собственно, и нет, ну? Итак, мы будем это делать на Надином телефоне, потому что у меня Google Ассистента пока что нету. Мы хотим его испытать, его какие-то способности. Ну что ж, давайте начинать. Ребята, ну а я устраиваю челлендж для вас. Сможем ли мы с вами до лета набрать 1,5K подписчиков? Чтобы поучаствовать в этом челлендже, вам нужно всего лишь нажать на вот эту красную кнопочку «Подписаться». И также позвать всех своих друзей поучаствовать в моем челлендже. Я буду вам очень сильно благодарна, если мы до лета сможем набрать 1500 подписчиков. Ну что ж, я надеюсь, что мы все сможем. А вам приятного просмотра и подписывайтесь на канал. Итак, ребята, начинаем. Запускаем ассистента. Добрый вечер. Чем могу помочь? Вот этот звук он всегда издает. Ой, нет, не записывай. Картинки по вашему запросу. Еда. Ё-моё. Еда. Вот это свинья. Он решил, что это всегда едят. Угу. Капец. Ну, короче, что-то наподобие Т9, только Google. Ну, как бы походу. Да. Мне кажется, он пишет то, что он хочет слушать. А, давай попробуем с ним сыграть во что-то. Давай сыграем. Хорошо. Так. Что из этого вы хотите использовать? Значит, смотрите, какие у нас тут есть игры. Дами Лорд, Король Лев. Простите, я не понимаю. Какой вариант вы выбираете? Не тыкай никуда. Не тыкала. Она просто записала то, что сказала. Извините, тихо. Я вас не понимаю. Все, тихо. Повторите попытку позже. В общем, у нас тут очень много игр. Мы не будем их где говорить, потому что это очень долго будет. Давай вот это. Ну, мы хотим попробовать игру Trivia Clack. Вот что об этом говорится в источнике Википедия. Trivia Crack мобильный. Что? Да почему? А что случилось? Алиса, она не такая что? Тупая. Я поняла, что случилось. Алиса менее тупая. Подожди, я поняла, что случилось, кажется. Наверное. Точно. Типа, подожди. В источнике Википедии. Да почему? Да что случилось? Такое? Странно. Мне кажется, это надо ей в команде. Думаешь? Ну, наверное. В чем дело? Подожди. Так, все, не шевелись. Подожди, что случилось? Почему она не хочет? Вы должны сказать, какие хотите выбрать. Ну что, типа? А, типа, о чем мы как бы говорили? Подожди, я попробую еще раз это все перезапустить. Почему, типа, что произошло? Тихо. Извините, я... Странно. Что ты умеешь? Попробуйте сказать, помоги мне найти рестораны и бары, или помоги мне включить подкаст. Чайные числа, музыка, новости, таймер, будильник, переводчик... Поиск маршрут. О, игры! Вы можете сказать «давай поиграем» или «давай сыграем». Давай поиграем. Ну, как в Алисе, окей. Давай поиграем. Trivia Clack. Да. Не смей. Хорошо. Да! Идет загрузка приложения, yes. Trivia Crack. Yeah. О, загрузилась. Ура! Это допустим. Привет! Добро пожаловать в Trivia Crack! Он спрашивает, сколько у нас игроков? Для начала игроков? Давайте взглянем на наши команды. Не понимаю. Сколько у нас команд? Одна. Это мы. Как бы да. Что будет? Обычное испытание. Давай испытание. Давай. Испытание. Видно. О! Что тут? Что используют американские полицейские в конце 19 века для усмирения Там хулиганов? Что нужно будет Трудно. Ответить, используя только номер варианта. Впереди первый вопрос. Да, Вилли. Что использовали американские полицейские в 19 веке для усмирения хулиганов? 1. Деревянная палка. 2. Кастет. Мне кажется, 1. Не знаю, что кажется. Ну, не верно. Да нет, ладно. Это не то. Конец испытания. Вот обидно. Да ладно, давай так еще быстро. Раз, давай еще раз. Ну ладно, давай быстрее. Давай, может, не испытание брать, а обычный. Окей, давай еще раз. Впереди первый вопрос. Спасибо тебе, Вилли. Какую часть составляет Европа от Евразии? 1. 1 третья. 2. 1 5 третьих. 3. 2 третьих. Давай рандомно. 2 третьих. Наверное.
Тыкай две третьих. Просто наша логика. Опять неверно. Да, я хочу сыграть снова, только обычный. Да. Интересно, как на обычном. Ребят, ну... Короче, мы поняли, что мы тупые. Прекрасно! Да, мы тупые. Да, ну... Что еще сказать? Мы не больше ничего не... Издеваемся. Впереди первый вопрос. Спасибо, Вилли. Сколько процентов профессиональных игроков в хоккее лишались хотя бы одного зуба? Один. Много. Их было очень много, поэтому 68. Логично. Да, есть! Ура! Ребят, мы что-то отгадали. Да, это прогресс. Офигеть. Кем был Юрий Гагарин? Космонавтом. Не, ну мы же не настолько тупые. Да. Мы же не настолько тупые, ну. Нам про этого Гагарина постоянно говорят. Что создал Виктор Милс в 1960-м? Что создал? Бомбу. Памперсы. Ну точно не памперсы, вот точно не памперсы. Ну да. И вряд ли антивирус. Вряд ли. Ну, давай бомбу. Памперсы? Что? В смысле памперсы? В смысле памперсы? В чем особенность сериала 24 часа? 1. Самый короткий. 2. Все события показаны в реальном времени. 3. Самый долгий. Наверное, самый долгий. Наверное. Все события показаны в реальном... Да ну... Нет, это не то. Почему мы такие тупые? Люди, согласно мифологии славян, это огненные существа. Правда или ложь? Ну, хотя, не знаю. Не знаю. Дивьи люди, согласно мифологии славян, это огненные существа. Так, ну ложь. Ты что, так на ложь? Хорошо. Да! Есть, мы это сделали. Все правильно. Дивьи люди в представлении славян имели один глаз, одну руку и одну ногу, передвигаясь по двое. Офигеть. Знаешь, как мы с тобой играли? По какому городу протекает река Темза? Темза. 1. Ливерпуль. 2. Лондон. 3. Амстердам. Мне кажется, Лондон будет. Мне кажется, Ливерпуль. Амстердам. Ни тому, ни другому, знаешь? Да, ну вот как раз все. Я просто думаю, так что, Амстердам или Ливерпуль? Я не знаю. Го Ливерпуль. Ну ладно. Ливерпуль. Смешно. Мне кажется, не Ливерпуль, нет. Чё? Прекрасно! Значит, кажется... только ты и я. Классический режим. Да это ну. Один раунд я угадала? Офигеть. Офигеть, я угадала. Типа блицы? Типа да. Ужас какой, не люблю блицы. Так, окей, что еще? Так, ну давай, может быть, ему скажем, давай поболтаем. Будет ли это работать как с Алисой? Давай поболтаем. С удовольствием. Предлагайте тему. Офигеть. Футбол. Что я люблю футбол? Вот информация об этом. Издеваешься? Да ладно. У Алисы... Нет, так нельзя. Ну, ну как бы это то же самое, что у Алисы обычный режим. И мы-то думали, что давай поболтаем, это она не будет заходить в... Он не будет заходить в Google. Ну, по-моему, по голосу ты баба. Ну да. Вообще, мне кажется, что голос такой же, как у Алисы. Давай, какие звуки? Давай. Звуки? Да. Подожди, нет, давай именно звуки. Мы хотим... Вот что мне удалось найти. Блин. Давай звуки, типа, допустим, какой звук издает корова. Окей. Звуки типа, да, что? Какой звук издает корова? Это корова. Какой звук издает панда? Это панды. Я по утрам. Какой звук издает кролик? Это кролик. Да. Это поняла. Что еще можно? Я не знаю. Ну, к примеру, этот. Блин, как это называется? Это фламинго. Какой звук издает фламинго? Это фламинго. Боже мой. Капец. Да ладно. Что еще? Я предлагаю магический кристалл показать. Да, давай. Магический кристалл. Сосредоточьтесь и мысленно задайте вопрос, на который можно ответить только да или нет. Буквально через мгновение магический кристалл даст свой ответ. Кристалл ответил. Скорее всего.
О, прикольно. Сейчас, выключи. Я спросила, сможет ли у меня все-таки набраться 1500 до лета. А я спросила, сколько наберется ли на этом, по этим видео 100 тысяч лайков. Ребят, вы готовы? Пока что нет. Подожди, я придумала. Магический кристалл. Я знаю, что спросить. Господи. Сосредоточьтесь и мысленно задайте вопрос, на который можно ответить только да или нет. Можно? Буквально через мгновение магический кристалл даст свой ответ. Давай задавай вопрос, сказал он правду. А, я поняла. Кристалл ответил. Возможно. О, класс. Это было бы неплохо, ребят. Мы готовы. Читерство. На этом наше видео подошло к концу. Спасибо большое за просмотр. И мне кажется, что Алиса, она не такая тупая, как Google Ассистент. Ну, не то чтобы тупая, она более продвинутая, что ли? Ну, возможно. Мне в Алисе больше нравится то, что с ней можно поболтать. Ну, да. Ну, может быть, в Гугле тоже можно поболтать, но там другая команда должна говорить. Ну, возможно, да. И в Гугле мне очень понравилось, что после каждого слова он задает какой-то... Ну, не слово, а фразу, звук. А еще то, что там можно звуки эти слушать. Ага. Особенно фламинго. Да. Вот. В общем, вот такое вот достаточно веселое видео у нас получилось. Странное. Ну, да. Подписывайтесь на все наши соцсети. А это... И давайте узнаем, правду ли сказал нам Кристалл. Сможем ли мы набрать 100 тысяч лайков? Это будет наш рекорд, потому что даже на видео по лайки пати у меня меньше лайков. Ну да. Вот, поэтому я не уверена, но давайте попробуем. В общем, подписывайтесь на наши инстаграмы, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на наши лайки-аккаунты. Все ссылочки и ID в описании. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайк, чтобы мы смогли набрать... Лайкусик. Да, чтобы мы смогли набрать данную сумму. Да, ну, может быть, через какое-то время долгое мы сможем. Обязательно подпишитесь на канал, так как у меня проходит челлендж. Сможем ли мы с вами набрать 1500 подписчиков до лета? Ну, я думаю, что вы об этом челлендже слышали. Ребята, я вам хотела кое-что рассказать. Зрители без подписки у меня 89%. Это очень большое число. И такими темпами мы просто не сможем набрать 1500 до лета. И всего 10% смотрят меня с подпиской. Пожалуйста, если именно ты смотришь меня без подписки, или, может быть, ты знаешь кого-то, кто на меня не подписан, но смотрит меня, пожалуйста, скажи ему, чтобы он подписался, и подпишись сам, если ты еще не подписан. Спасибо большое, если ты это сделал. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Всем пока!